Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о необычном свадебном букете. Что это такое? Это, по сути, тот же свадебный букет, но выполненный немножечко асимметрично. Их еще называют эко, боха, рустик стиль, то есть эко стиль. Все вот из этого названия следует. По сути, тут самое важное для вас будет: согласуйте состав букета как можно заранее и придумайте для него альтернативы. Поэтому мы с вами сейчас, я вам расскажу некоторые фишки, лайфхаки, как собрать букет более интересным, но не забыть о том, что это свадебный букет, потому что мы собираем для невест. Невесты – это все-таки небольшой букет, а тут нужно показать и красоту цветов, и как-то выпады обозначить какие-то, ну и в целом, чтобы он был компактный, интересный, смотрелся на фотографиях интересно –